Главгостройнадзор упростил процедуру подачи документов для завершения строительства. Теперь застройщики могут в один клик и в кратчайшие сроки получить целый комплекс услуг. Планируется, что в дальнейшем будет возможно с помощью всего одного заявления получить разрешение на ввод, встать на кадастровый учет, присвоить адрес, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Горебян.